Здравствуйте, я Зунгалама, гороскоп Зурхай на телеканале АТВ. 4 апреля, 11 лунный день, стихии Земля, 9 красок, Мангодень, благоприятен людям года коровы, тигра, зайца. В этот день хорошо для астрологических прогнозов, для выполнения ритуалов долгой жизни, призвания богатства, совершать обряды очищения и омовения, начинать лечение, делать операцию, кровопускание. Хороший день для выполнения огненных ритуалов. Заводить друзей, начинать отношения. Чего следует избегать? Строительство стены, работ с металлом, назначение на должность. Нежелательно копать землю, остерегайтесь болезни кишечника. Стрижка волос к усилению органов чувств. Ровные, как гладь океана, притягивающие взор, как женская красота, расширяющие пространство до размеров Вселенной. Линия неба, натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307.